Я не охотник за головами. Я слышал иное. Я знаю, что вы сидите на троне своего бывшего работодателя. Джаба правил, вселяя страх. Я намерен править с уважением. Вы все когда-то были капитанами под началом Джабы Хатта. Я здесь, чтобы сделать взаимовыгодное предложение. Зачем говорить о конфликте, когда сотрудничество может сделать нас всех богатыми? Что мешает нам всем убить тебя и брать то, что захотим? Если бы ты сказал такую дерзость Джабе, он бы скормил тебя своему зверинцу. Пожалуйста, говорите свободно. Книга Бобы Фетта.